Чтобы подключить объект к системе водоснабжения и водоотведения, необходимо заключить с Мосводоканалом два договора. О подключении воды и о подключении канализации. Заполнить заявку на оформление договоров можно на сайте мэра Москвы. К заявке требуется прикрепить документы на землю, учредительные документы для компаний или копию паспорта для частных лиц, ситуационный план, баланс водопотребления и водоотведения, геоподоснову. Договор готовится до 20 рабочих дней. За это время мы анализируем параметры вашего объекта и ваши потребности, понимаем, как прокладывать коммуникации, определяем длину и тип необходимых труб, говорим, какие действия выполнит Мосводоканал, а какие вам нужно будет предпринять самостоятельно, и рассчитываем итоговую стоимость. Как только подготовка договора завершается, вам приходит уведомление. После этого вы подписываете договор и вносите первый платеж. С данного момента начинается проектирование. Мы думаем, как проложить трубы снаружи, до границы вашего участка. Вы в это же время решаете, как пройдут внутренние коммуникации от выбранной точки на границе. Когда все согласовано и проведена техническая приемка работ Мосводоканалом, мы приступаем к подключению. Обычно общий срок проектирования и строительства занимает не более 18 месяцев. Теперь остается только установить счетчик, а также заключить договор на водоснабжение и водоотведение.